Давайте, давайте, сейчас сломайте что-нибудь. Как всегда, на ебись нахуй делаете. Ой, цепь слетела, ебать. Ай-яй-яй, сука. О, сука, ох, ой-ой-ой-ой. Все, а вы боялись. Ну что, всем здрасте. Все видели, как мы смазку ложкой доставали с редуктора. Ну все, редуктору пришел каюк. Нагрузку не работает. Просто работает, а в нагрузку нет. Скорее всего, подшипники развалились. Сейчас товарищ полурусский будет разбирать. Ванька, там тебе вопрос задавали. Какой? Что у тебя? Почему? Что с тобой случилось? А, ну это я заболел. Простыл. И осложнение. Так, загрипповал. Осложнение после грипп. Вот такая беда. Какая это хуйня. Ванька пока разберет. Будем разбирать потихоньку. Там уже снимем, короче, его. Потом потащим в лаудж-зону его делать. А, вон она. Ну-ка, вот. Ну да, вот, вот этим. А еще есть что крути? Мыть надо ее, нахуй. Мы так кучу увидим, куда он в грязи залезали, бля. Наша супермазута, ебать, был. Вот он. Там редуктор есть, да, пиц такой? Не такой, да. Тогда хули мы ее что-то на морозе здесь крутим. Берем и везем туда, и вот она. И это сейчас все складываем здесь. Это вот у меня отсюда, вот с этой крышки. А та шестереночка нормальная, не глянь, вот что лежит. Ну-ка эту правочку погляди. Ничего вроде. Это хорошее. Надо ее вынести на улицу, перевернуть снег. Выноси. Сейчас вынесем, перевернем. Как сказал Эдуард Гуччи, Вася, ты проебал такой контент. Я вообще не виноват. Я очень не виноват. Видите, ребят, новые шестерни появились. Сварочкой наварил, болгарочкой обточил. Проебали мы такой контент. Ну ничего, да, Ванька? Да, мы в следующий раз еще раз будем делать. Думаешь, это первый раз? Это не первый и не последний, нахуй. Не последний, надо давать. У Андрюхи сегодня, как это, ПХД, субботник во вторник. Навел сначала бардак, он тут сейчас решил убраться. Ах, ну суки, я сейчас все так и оставлю. Да вон та вот сзади. Навела. Эдуард, слышал, как он тебя назвал? Что ты сказал? Хуйня от тебя назвал. Что ты всякую хуйню про меня думает? Он и говорит, он не только думает, он говорит. Что-то про... Ну что, драться будете? Файт. Ну и плетом меня еще назвал. Вот на тебя, я думаю, коэффициент 1,3, а на него за двушку. Ну что, бой будет, нет? Нет. А что, давайте вас на этот, на эпик файтинг. Рыжий против Гуччи. Поедешь, Андрюха? Да, тебе брата убивать. Не поедешь, да? Да, Андрюха, не поедем. Нам поедем, надо, давай там тут не останемся. Это у меня пизда. Ну, ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А у вас как будет, на палках или тут на электродах, на болтах, на сверлах, на чем нахуй? Или, на голых кулаках? Эдик, снимай перчатки нахуй. Голые кулаки строго. Давай сыграем так. Кто что первые в руки взял? А, кто что первые в руки взял, у тебя что есть рядышком? А, молоток. Все, Эдуард проиграл, ебать. Нет, что-то не затем потянул. Эдик, вот же твоя любимая канистра. Пятилитровая. О, десяточку. Твоя канистра есть, Эдуарда. История, как он ребят канистры воспитывал. Воспитывал. Воспитательный процесс за то, что они взяли бензин. Ну как взяли? Спиздили в наглую и после пятого удара канистрой признались. Кто узнался, пишите в комментарии. Да-да-да. Срочная новость о новой технической революции и того, как изменился мир беспроводных наушников. Тюменские беспроводные наушники от компании CG Pods, Case Guru. Здесь рулят. Об этом пишут газеты «Коммерсанты» и «Комсомольская правда». СМИ признают CG Pods самыми недорогими среди лучших и лучшие среди недорогих. CG Pods есть влагозащита, которая выдержит любые влажные процедуры.
Звук сочный, потому что огромный динамик 10 мм. Форма антропометрическая, выверенная. Вообще не ощущается в ушах. И не выпадает развесовка ножки грамотно. Первые в мире берушки 3 в 1. Мощный шумодав заглушит любые шумы, даже шумных соседей. Стоит CG Pods 5000. Ссылочка и промокод на скидку 200 рублей в описании. Досматриваем ролик. Чё ты? Вот-вот от таких вот, чтобы они не мявкали, в уши вставил, и тишина. Ведь Эдуард чуть контент и не проебал. Прохватку какую-то мутят непонятно. Все собрано, да? Да. Ты уже все проебал. Все проебал, да? Весь контент. Чуть-чуть. Я работал, ходил, там настройки помогал. Все, что пропито и проебено, все в дело произведено. Но больше всего пропито. Да? Да. Ты много бухал, Ванька? Это я? Ну. Полсутки. Полсутки? Да. Ночь могу пить, нахуй, но утро встать на работу. И как будто и не пил. Охуел. Не пиздит, как думаешь, Эдик? У меня и батя такой же был, батя никогда с похмелья не болел. Ему только догнаться надо. Ну, с похмелья не болел? Не. Понимаешь, он вот нахуел. Он чувствует, что вот не хватает ему столечка. Маленько, чтоб уебаться и все, и спать. Он пойдет у меня одеколон, нахуй, шип-шип-шип-шип, стакан. Развел, бах, и спать. Утром встал, нахуй, чаю горячего, кружки три ебет, нахуй. У меня кружка такая была железная, как вот эта, только алюминиевая такая. Солдат. Вот такие, вот таких кружки две-три чаю ебал и пошел на руку. Это что, штопор или что вы делаете? Это кольцо. Это, блядь, не для средних умов. Что, пошиб не прижал? Да. Сука. Еще такое. Много? Еще. Косяк. Что-то мы тут посмотрели с Эдуардом, у нас пока что-то лишние запчасти остались. А, вы собрали и запчасти остались? Ну, только они какие-то большие есть. Вот это, например, кольцо. Откуда оно? Ну, оно оттуда откуда-то. А, валялось просто? Нет, стояло вот на этой маленькой звездочке. Mm-hmm. Вот на этой. Только тут гайка меньше вот этой дырки. Ну, вы как обычно, собрали все по инструкции, еще запчасти остались. Да. Мы почти я как посылаю. У хирурга. Это шайбочка отсюда была. Вот это. Только у хирурга не хватает пинцетов, тампонов после операции. Может ножик дать? Да, он посветить. Он уже сальнику хуярит. Конечно, да. Завернул. Намазюкать надо, потому что и прокладку потерял. О, блядь. Вот, бляха. Сука, что делать? Давай муравью хуй приделаем. Сука. Че, ну ножиком по правилке. На электродик. Ну, хуёдину. Электродина, на, два. Делай так, как я делал. Дик-дик-дик-дик. Подрезаю. Вот Васька бы еще свет сделал у нас, нахуй, в складе. Вообще бы заебись был. Днем и с фонариками, нахуй. Сука, что, все? Да Васька хуй блёт у вас вообще. Да. Ты посмотри, посмотри. Нормально? Да, все стоит, резинка стоит. Блять, охуенно, да? Суп. Блять. Нахуй делали без меня, все работы на мне, блядь. Опа! Удержишь? Все. Болт. Конечно, всех надо. По фэншую надо делать, чтобы они не получилось. Да я люблю по фэншую. Я же звездочку менять понадобится. Это она как новая. Угу. Там надо на тех смотреть, какие нет. Редуктора точно не такие. Точно, да? Ага. Пойдет, да, получится? Итак. Так. Как всегда, на отъебись, нахуй делаете. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Иди вот сюда, ну, подать. Ну, чё я? Ну, раз ты тут, нахуй. Чё, больше некого? Ты сюда. Чё, поднять или чё надо? Сюда, оденьте его, сучок. Одеть надо в звёзды. Так вы оденьте её. Да подождите, одеть на звёздочку, блядь, пока расслаблено. Ну, и так расслаблено. Одели? Чё надо, помочь им? Словом добрым. Могу цепь крутануть сходить. Иди, крутануть.
Ой, цепь слетела, ебать. А? Цепь слетела. Блин, отдел. Руку уебал. Куда, куда? Ты вот туда, я здесь поднимаю, ты вон там мне надо одеть. Во-во-во. Сейчас тут приподнимаю. Во-во. Все. Все. Тут надо сейчас шплинтик поставить. Вот он. Ой, ну вон он, ну, нахуя, ты свою тушу 70 килограмм, блядь. Я больше не пойду туда, я буду здесь стоять. Они мне сказали, что на стажер я виноват. Все, не надо никуда ходить, иди шплинтуй, нож отдай. А что, шайбы не было? Не было ничего, просто шплинтуй. Так у вас же шайбы оставались. Ну вот на шайбу. На. А хули, что, хуя такая вот здоровая. Ну а я и шплинт не лезет. Ну а я что сделаю? Все, а вы боялись. Давай самое главное, масло налить. Знаешь, у тебя еще беда была? Мы когда забивали, тут подшипник у нас развалился. Ну я в курсе. Мы потеряли шарик. Я в курсе, ты приезжал. Я приезжал за Сталинка, я потом нашел подшипник, достали шарики, все собрали, все подогнули. Ебать, вы еще и подшипник перебрали, охуеть. Да. Кому скажи, хуй поверят. Да, ты бы поехал за новым, конечно. Конечно, нет, нахуй. Ну, конечно, нахуй. А я нахуя вы мне нужны, чтобы я пошел? Тебя мозгов бы не хватило, нахуй, так ну, делать. Ну, нахуй, не хватило. А откуда они у тебя, нахуй? Есть, не все отбили еще, нахуй. Ой, хорошо. Давай покручу масло, хоть посмотришь, как бежит. Ну, давай. Давай, погнали. Ты гуди только. О, ты видал, как шестерня? Даже не клинит, наварка моя. Эдик, ну кто тебя похвалит, как не ты сам? Да. Теперь иди ты покрути, я посмотрю. Иди нахуй. Ты попадай хоть, рыжий. Ты охуел, ни капли мимо. О, второй пошел. Ворот завели, сейчас будем закидывать опилки на крышу, там уже это спан или как он там называется, постелили. Вон, Эдуард идет. Всем здрасте, это снова прямое включение с пасеки. Сегодня, какое сегодня число, 26-е? 26 марта выносим пчел. Короче, вот тут так вот что подтаяло, тачок, хуячок, не знаю, как это правильно называется. Вот. Тут еще не дотаяло, сейчас будем выносить. Снег лежит. Там главное, ну это главное здание. Кстати, мы когда сюда чистили, с танцором диска с рыжим, накидывали вот сюда вот снега. Чтоб в колесе было побольше. Надо еще этот весь сюда захуярить. Вот, бригада рыжих. Давайте, давайте, давайте. Несите к туалету. Вот один улик у нас оставили на зимовку. Зимовать. Ай-яй-яй, сука. Достань. Заебись. Больно было. Ку-ку, ёпта. Ебать, они съебали, Сережа. Я тебе говорил, нахуй, Сочи съебутся, нахуй, нахуй его оставляешь. Так не оставил бы, они бы тут были, занесли бы, нахуй, так съебались. Блять, нихуя больно, а. Ой, кровь пошла. Где? Да нету, на сучке только. Нормально, похоже. Да. Был бы Леха сейчас, был бы на больничный пошел. Слушай, ты самое главное не говори, что там дырка, нахуй. Фишки узнает, вылезут, нахуй. А? Это вот полуросский в Рио. Руководитель. Ты будешь считать, да, сел, ага. Говорит. Сейчас, говорит, пойдем улики доставать, говорю, особенно ты, говорю, нахуй. Не, сука. Мусьон еще идет. Где? Где? О, Мусьон, ты что, на блядке? Ёп, хуячит, хуячит по лужам. Да? Давай, 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 давай. Правда, кровь, сука, на ногой, на одной ноге стоять. Вон он, да? Сука. Работаем по темноте. Эдуард, ты тоже с нами в банде? Да. Ты смотри, какой красивый. Ты, наверное, дня три уже не употреблял.
Я тебе потреблю сейчас. Вообще не потребляю. Так, вот этот вот грязненький, я на него, наверное, не наступал. А вот этот вот чистенький, я на него наступил. А может и не эта палочка была. А, сука, больновато. Вынесли. Товарищ пчеловод занимается прочисок норок. Помогает им чуть-чуть. Типа того. И потом еще покажем, как мы гулики в новые будем переселять. Все, все серьезно. Кусают они и еще обсираются вот эти говно, а оно вонючее, пиздец. Фух, еще какой-то рыбой отдает нам. Какие-то морские пчелы. Ужас. Клеща еще. Посмотрим, как вы. Я не шарю. Так, кто нашел клеща, пишите в комментариях. Как он нахуй выглядит? Он такой красненький. Вот он наподобие... Чего? Ну где нахуй? Сейчас меня пчела похолодила, выебет. Как не ссать? Сейчас поебало даст. Короче, я не вижу его. А что здесь, Отходы пчелопроизводства? Да. Мостовая крошка всякая такая, мелочь. Да, да, вот он, клещик. Да. Где, ну-ка? А вот они, ёпти, вот их три штуки. Да, 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 вот, были немного. Где, где, подожди, сейчас надо камеру, нахуй, еще найти их. На камеру найти, нихуя не вижу, где они. Ну вот, я пальцем показываю. А вот они, где, нихуя, у тебя ногти грязные. Все, он... Ты куда? Все, он... Ну все, скажи, Марк прошел уже, да? Тебе бабу приводили, ты ее не драла, пиздил. Ну, убьет, значит. Че, Эдди? Аллергия на спирт. Че вы покусали? Ну хоть одного покусали. Но меня тоже покусали. В такое место уебали еще. Да. Копилочку все как надо. Нормально, ладно. Ну так-то Эдик не пьет по праздникам, да? Ну вообще не пью, но и пьющих презираю. Каждый день у него праздник. Че хуёбать? Иди нахуй, долбоёбки. Вот, вот. Это вот все, вот эта сивушная рожа сделала. Ёбана в машине со своей выставил, блядь, на меня валит, блядь, сивушная рожа, блядь. Вот, вот, смотри, вот она, смотри. Рожа, пыхала, пыхала, нахуй, стряхнуть, ебать, его рот. Чуть не сгорела, нахуй, шапка. Это у тебя на спирт, нахуй, аллергия уже. Это тряхануло его, ну и пол лица отказало. Кстати, ты не горел, я же узнал, тут что присасывает. 700 тысяч. Кто десят? Они в ахуе, они что, я в ахуе, ебать его в рот. Ты что, ты затроил? Ты что? Ты троишь тут нахуй, ебаный в рот. Ты так и ходишь с этой крыши, да? Ну давай, я посеваю, посмотрю, позеваю. Побочит? Словом добрым.
Жужжат. Жужжат. Летят. Нихуя там сейчас пизды дадут. Не дадут. Выскреб, да, обжег, да и все, да? Выскреб, протер, обжег, и все, да. Ну, они, в принципе, сами могут порядок навести. Но это очень долго. Надо им помочь, наш. Но они в хуй будут. Ну, конечно, нихуя. Нихуя делать не надо. Олежка, у тебя в заначке нигде бензина нету? Ну, бензина простого. Чистого. Только разведенный, да? Это хуево. А спирта чистого. Такое вообще в заначке не лежит, да, дело? Я б тут с тобой не стоял. Я б на диване лежал. Стоит ласточка. Окошко хоть поправить, о, красивее так будет. Ой, колеса спустили. О, бобры маленько. Двигатель даже на месте. О, блин, масло есть. Сейчас заведем еще, нахуй. А там аккумулятора нет, заведешь. Ну ладно. Вот еще одна ласточка стоит. Двигатель даже не ушел никуда. Может, кому надо? Давайте ключ-ключ на крузах поменяем. Когда отверточка приходил, тут ребята коробку меняют. Да, товарищ полурусский? Они уже поменяли. Ну, сняли, разобрали, запчастя поставили. Как Эдуард говорит, ты такой контент проебал. Что, надо было с вами ночевать оставаться вчера? Да. Пиво пить, да? Мало. Да. Мало было? Конечно. На тебя как раз не хватило. Ты бы со своим приехал. Нет, ионная бутылка досталась Олежке. Олежке. Всех. Он и ходит сегодня мрачно. Да давай. Олега будешь? Да давай. Чуть не подавился, без того. Маленькие, а? О, сука, ох, ой-ой-ой-ой. В бочину. Эти подобрее, да? Ну-ка, будет минус пчелка, будет. Ухрусти. Смотри, какая красивая весна. Апрель. Сегодня 5 апреля. Без комментариев полурусского ни одно видео не обходится. Но... Кстати, стройка продолжается. Там уже с той стороны железо покрыли. Сейчас покажу тут. Сейчас обрешетка. Вася доски, короче, подает. Надо как-то камеру установить, чтобы записать, как я подаю. Сейчас пойду искать место. Надо же показать, что я тоже работаю. Не только они, гады, работают. Ну-ка. Блядь, все уебалось. Так. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас я... Блядь, там хуево не видно будет. Во. Пиздец, короче. Значит, подальше. Ну-ка. О, во, идеально. Сейчас должен заснять. Не снимает? Не, снимало что-то. Вот так лучше будет, во. Что, давай, Лис, подадим, примерим. Нахуй нас поснимай. Тут съемка видео запрещена, блядь.
Ты что материшься, дура? Я разрешение на съемку себя не дохламывал. Здесь видеосъемка запрещена. Надо же запечатлеть этот момент. Кирюха, прыгай. А чё? А чё ты? После того, какого момента ты жить захотел? Как руку ебал об стену? Да. Давайте, давайте, сейчас сломайте чё-нибудь. Как насыпали, это неинтересно, да, по-русски? Как подаем? Не, обычно Эдуард болгарочных дел мастер. Но если болгарка без защиты, то пилит по-русски. Вот такая. Да, железным диском. Угадайте, пожалуйста, в комментариях, почему пилит по-русски, если защиты нет. Ответ через раз, два, три. Потому что его не, жалко. Так вот, короче, идешь так вот, чик. Андрюха, давай, погнал. Все, и он там. И все. Ну и хорошие листы б не пилили. Какие есть, нахуй. Лучше не будет, нахуй. Это универсальный подъемник, нахуй. Сейчас бах по башке. Кровельные работы, все как надо. Ну что, все, крышу накрыли. Сегодня будем торжественно печку топить. О. Все, короче. Опа, элементы шоу, давай. Ебать, сейчас тепло пойдет в хату. Трубу открыли? Да. Ты ее закрывал, да? Угу. Да снизу поджигай, что-то сверху. Да, надо сейчас да все закрывать. Надо еще этот раствор заводить, промазывать. Дымить будет. Раствор? Все. Все, здравствуйте. Да? Сколько рыжана длиной труба? Со старого выгрузного шнека. Два. Два? Может, 20? Или 2,17? Два. 1,98 сейчас будет. Не, два. Два. Нахуя. 2,40. Где ты начирикал? Вот тут. О, 2,40. Наверное. Что, врубать-то? Я же говорю, с копеечкой. Смотри, как Илюша залез весь. Дети, сука. Это саркофаг. Так, Кирюха, мы же сейчас тебя туда запихаем. Эдик, заваривай, нахуй. Все, нахуй. Сжимай, нахуй. Пошел. Погоди, я тебе. Чира ему, нахуй. Я вам гнусь.